Всем привет and всем хай! Мы сейчас находимся в самом прекрасном университете ДГТУ, самом лучшем универе в Ростове. Соня, не кусайся. Сегодня супер пранк. Я уже записал ВКонтакте историю. Всем хай, ребята. Стрим немножечко задержится, потому что я сейчас поеду в центр города. Вот бы там не встретить никого из своих подписчиков. Кстати, стрим может и все-таки не чуть-чуть задержится. Намного задержится. Потому что я еду, знаете куда? Под яйца, то есть на Садовую с Ворошиловским, блин. Надеюсь, кто-то посмотрит. И вообще надеюсь, кто-то придет, даже если кто-то не хочет. Это пранк. А? Это супер пранк. Так это же не пранк. Это супер пранк. Но это получается не пранк. Это супер пранк. Значит, смотрите, сейчас Сонечке что-то стало плохо, она сейчас посидит, вот, ну, нормально, ей все будет, чики-бомбони. И потом мы едем на ту улицу, на которую я запланировал, берем там, что мы делаем там, я забыл. Мы ждем подписчиков. Нет, я снимаю историю, да, мы ждем подписчиков, и да. В итоге тот, кто первый придет, тот... получает самокат. Ну, не наш, мы подписчику купим самокат. Вот такому подписчику вот такой вот самокат вот купим. Короче, я на стримах все уши прожужжал, как самокаты, это круто. И говорю, надо попробовать, вот если не попробуете, не поймете. Но одному подписчику, получается, дадим попробовать, может быть, он поймет, а может, передарит его, да, куда-нибудь. Значит, у меня план есть такой, что может быть кринжовые ситуации, я уже придумал правила. Если приходит один подписчик, мы говорим «Привет, подписчик», даем ему, ну, самокат, как бы, все красиво, все нормально. Он его ломает. Он его ломает. Не, ладно. Если приходит два подписчика, то тот, ну, или больше, тот, кто из них первый мне пожмет руку, тот, как бы, и считается первым. И если приходит два, и мне там оба жмут руку, но один из них не оказывается моим подписчиком, а просто как бы за компанию с другом пошел, то получает все равно подписчик мой. Ну, мы разберемся, я скажу, типа, покажи там, что ты подписан. Нет, должен показать, что он подписан на канал, на группу ВКонтакте. На канал, на группу, на Телеграм. Все ссылки в описании, конечно, которые есть. На Сонечкин, на мой Инстаграм. Везде надо, конечно, быть подписан. И на тебя еще. Если везде не подписан, все... Бан сразу. Ну все, мы, короче, тут сейчас посидим, подождем. Ну и поедем туда-обратно, на ту улицу. По центре Соня высказала одно мнение, типа, а если подписчик уже приедет на самокате? Не знаю, ну надо будет ждать второго подписчика. Да. Тогда, ну нет смысла. И моя задумка в том, чтобы, ну, человек попробовал, получил такую возможность. Если у него такая возможность уже есть, то, наверное, ну, не будет у него... еще одного шанса. Зацените носочки реально, да, с пенисами. Иду нахуй. Так, вот, короче, мы заехали с Сонечкой. Сонечке понравился какой? Вот этот вот. А мне понравился вот этот вот. Короче, мы решили так. Сейчас мистер, сэр, сеньор ставит на зарядочку эти два мопеда чисто. И мы идем искать подписчика. Потом подписчик приходит, прокатится туда, сюда, на них и уже выберет сам. Но при этом они уже будут заряжены, потому что их уже сейчас на зарядку ставят оба. А мы уже придем и купим ему тот, который он, ну, выберет сам. Ну, по стилю, по флексу, вот этот вот круто выглядит. Но у него тормоза какие-то слабенькие. А, нет, подожди, вот этот. Она какой мне понравился? Я забыл. Короче, тебе понравился этот, потому что тут тормоза были получше. А этот не понравился, потому что тормоза сильные. Но дизайн здесь получше. Ну, короче, и будем решать, да. Ха-ха-ха, я вас снова обманул, я Моргенштерн. Я нахожусь на Садовой с Ворошиловским, дом профсоюзов. Точно никого здесь не жду и не буду здесь находиться, пока кто-нибудь не придет. Я на доме профсоюзов. Я сейчас снял историю. Я сначала всех загнул. Я не уверен, что это вообще кто-то есть. Но я всем сказал в истории, что поеду на Садовую с Ворошиловским, типа в самый центр города. Но я туда не собирался. Вот, буду ждать здесь, потому что, ну, до этого они просто могли раньше сюда приехать, и ничего непонятно бы было. Вот, мы будем ждать тут, пока кто-нибудь не придет и, ну, первый не пожмет мне руку. Будем ждать реально, и нормально будет. А, вообще, я задумал эту тему
уже недели две назад. И я ждал, пока мне за один день задонатят, ну, хотя бы типа 10 тысяч рублей, и я остальное все сам накину. В итоге вчера, ну, пошли лютые донаты, так что спасибо вот этим ребятам. Ну, сегодня вот денежки появились, будем делать подарок реально. Смотри, идет. Смотри, идет. Смотри, смотрите, фиксируйте. Фиксируйте, фиксируйте, фиксируйте. Бум! Ну, вы поняли сейчас, да, все, а он ничего не понимает. Здрасте. Здрасте. Фиксируйте, он уже говорит типа пока, потому что мы сфоткались и все. И все. Уже кринж давно. Да, уже кринж момент. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да! Ну, блин, а можно не надо? Да ну, не сегодня, все-таки придет. Ну что, пацаны? Ну, получается, заходим в байк-центр. Да. На этот последний. Не, заходи, заходи. Какой-то мини-кринж реально. Да, мини-кринж реально, пойдем. Здрасте, здрасте. А тут был мужчина с такой прекрасной прической, с цветом волос, как у меня. Он где, собственно? А. О, здравствуйте, это наш дяденька. Сэр, дяденька, а где второй? Второй рядом. Ну, короче, друг мой любимый. У тебя сейчас на выбор два самоката. Что? У тебя сейчас на выбор два самоката. Из каких? Вот из этого и сейчас второй привезут. Ты на них прокатишься и туда-сюда и, ну, берешь. За ваши деньги? Да. Ну, получается, ладно. Вот, смотри, ну мы проверили. Пуп, тебе какой понравился? Мне вот этот больше понравился. А мне, значит, вот этот понравился. У него тормоза получше. Ну, у него задний привод, а здесь передний привод. А можете вот этого сэра, ну, дать ему, чтобы он туда-сюда прокатился? Все понял, реально. Как он? Такой тотальный кринж-мастер. О, ля, свет. Жестче, жестче толкнись, бра. Ля, поехал, друг. Ля, поехал, поехал. Куда вы? Все, он угнал. Все, угнал. Ля, выезжает. А вы ему какую суперскорость поставили? Только первую? Первую. Я так понимаю, он на максимум не выжимал. Да нет. Такс. Ага, ага, ага. Опа. Ну, тут табло посерьезнее будет, кстати. На тормоза похоже. Не, нормально там все будет, бро. Вот у этого потяжелее будет, получается. Потуже. Ну да, это и получше будешь на дорогах, наших кроссовках себя чувствовать. Так, ну и что? Ну, какой вердикт? Ну, наверное, вот этот. Получается, наверное, вот этот вот. Такой? Да, получается он. Второй, подождите, а что тут тебе не понравилось реально? Так, тут наклейка. А, наклейка? Это наклеечка? Там сверху наклейка. А, ну, ну тогда вообще чики-бомбони будет. Ну да, тут посолиднее реально по центру. Вот, мне кажется, вверх получше вот того, так? Наверное, это получше будет ездить. Ну все, получается, берем вот этот вот. Маленький толчок для человечества и большой толчок для подписочника. Что ты смотришь, стартуй, типа ты поехал такой, типа... Все, пока, подписочник, давай. Все, пока. Да, ну мы вернулись на точку. Больше никто не пришел на сходку подписчиков, бля. Никто не. Там твои эти подписчики. А, так это реально, это все мои подписчики, они просто сейчас меня не узнали, потому я же в очках, вы меня не узнали, я Кларк. Кларк Кунт, реально, Кент с кнопкой Кларк. Все, пацаны, у нас начинается реально, ну. Майнкрафт и сфоку друг. От чего ушли, к тому и пришли, как бы. Здравствуйте. Ой, вот, попить, можно вот попить. Классный скин, смотри. О, хочу попить. Все, пацаны, он подкатывает, он подкатывает. Сейчас я буду бить эбалу. Гоняем теперь на самокатах. Я боюсь упасть. Одной рукой я рулить не умею. Подписочник уже все, разошелся чисто, ну, бычить на всех. Пытается сбить бабульку. Я, к сожалению, не подснял, но он ее чуть не убил. Потом начал бычить, типа, говорить, да вы знаете, кто мой друг? Это Питорка, типа, блогер. Ну, кринжово, конечно, было, но нормально. Ля, я хочу себе такую штуку, чтобы, ну, прям можно было замыкать, видите? А то самокаты обычно замыкать ничего. Лоховский самокат там стоит. Прям. Да, реально. Арендовать для лохов, бля. Ля, ля, ля.
Только я боюсь упасть реально. Оп. Опа. Ай, блин. Мы сейчас подписочника провожаем домой, а потом сами домой поедем, чтобы он за нами не следил. И нормально, чтобы было. И чтобы он не узнал, где мы живем, а то будет на сталкере чисто. Пацаны, чекайте, как я еду и себя снимаю, я крутой. Смотрите, сейчас угонят мой самокат. Бля, блядь, угнал мой самокат, а мне оставил вот это вот, блядь. Новый шмот. А у меня написано. Переведите, что там написано. Пишите. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. А? Все, смотрите, подписчик уходит. Да? Думали, блядь, я реально самокат подарю, ёпты. Ну вы смешные. Скриньте, сейчас выйдет, я предсказатель. Шок. Да. Блин, давай, вот. А как я его повезу? Да, пятерочка. Блин, спасибо, а это мне? Да. А вот это что такое? Пятерка, типа 5 и орка. Спасибо, да. Блин, друг. Ну, давай я загоню. Ну, да не, в смысле. Так это наш же самокат. Капец, ладно, все-таки решили отдать ему самокат. Ну все, пока. 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 Вон у него белка там живет. Пока. У него белка живет. Пока. У него белка живет. Пока. У него белка живет. Она, я хочу, чтобы она помахала мне лапкой. Пока, пока. О, пока. Ну все, давай. Пока. Капец, получается, все. Теперь сейчас поедем, ну, реально, домой, все. Миссия выполнена на сегодня. Сейчас стрим уже буду подрубать, когда домой доеду. Ну все, пупы, я дома. Было прикольно, реально, было прикольно, смешно. Конечно, кринжово, но это был какой-то православный кринж. Ну, типа, ну, я не знаю, ну, крутой, ну, типа, не кринж прям, что хочется сдохнуть, да? Ну, прикольно, было весело. И веселый парень, реально такое чувство, что вот так совпало, что именно он вот реально как будто прям заслужил такой подарок, потому что он нас и до этого искал, и у него были какие-то подарки заготовленные, и он при этом пытался еще найти и мистера Бава, когда мистер Бав приезжал. Ну, короче, мне кажется, самый лучший человек получил самый лучший реально подарок, самокат, и будет у него, ну, дальше все чисто-чисто кайфовенько. Жалко, конечно, что у него лифта нету. Ну, или я его не увидел, или лифта реально нет. А, нет, скорее всего, есть. Да, скорее всего, ну... Да хрен знает, короче. Ну, все нормально. Теперь будет пацанчик гонять на самокатусе. У него еще, оказывается, шкила далеко находится. Значит, будет теперь на чем ездить. И прикинь, мамку наябывать можно. Сколько сейчас там проезд, рублей 26 или сколько, я не знаю, стоит. Я-то, блядь, чисто бизнес-класс реально. На такси гоняю, бля, на лимузине. Эти ваши цены, не знаю. Теперь мамку наебываешь рублей на 50 в день. И все красиво. Ну, вот так вот. Ну, все, на этом все, пока. Все, давай, кто до сюда досмотрел, тот красава, ставьте лайки.